Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Спонсор сегодняшнего видео — Денис Кузьмин. Он заработал в интернете не одну тысячу долларов и теперь пришел на YouTube передать свой опыт всем желающим. Денис рассказывает об удивительных тайнах интернета, палит фишки по легкому заработку в сети и раскрывает тайны заработка известных людей. Проверено мною лично, рекомендую. Подписывайтесь на канал Дениса по ссылке в описании, я подписался. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы записываем золотую дуэлечку. Ну как золотую дуэлечку, это типа опять у нас будет золотое трио. И, так сказать, сегодня у нас голдецы будет скидывать геймер, поздоровайся. Здрасте. Вот, и с нами, так сказать, будет еще Ховик, поздоровайся. Всем здорово. Вот, на самом деле мы сперва хотели чисто в это, с геймера в 2 очка сыграть, но потом у меня чат был забанен, и все. Нужно было кого-то на помощь звать, и вот Ховик нам просто помог по жести. Так, ладно, давай, геймер, скидывай голдецочек. И сейчас просто у нас начнется. А где же голд у нас будет? Да, не знаю. Чуваки, это рандомно, Смотрите, скоро будет сброшен золотой ящик. Это рандомный, пацаны. Рандома больше ничего. Да, это рандом. А чё тут плюта, я просто ставлю. Поцаки. It's perio, perio, oh no, oh. Так, ну шо, геймер? Шо? Будем с тобой бодаться? Да, только надо узнать, где Ховик. Ох, ты Ховик, козёл. Ой-ой-ой. Ну? Да-да-да. Нет, сука, нет! Козлы, я вас даже не стрелял, ублюдки, мать вашу, анонисты гребаные. Так, ладно, короче, ребята, переходим у нас к следующему фрагментику. Все, ребятушки, прогрузились мы опять же на следующую карту. Сейчас ждем, пока у нас все прогрузятся. Все прогрузились или нет еще? Да, все. А, ну все, давай, геймер, сбрасывай золотой ящичек. Вы там двое есть в одной точке. Да я знаю, что мы есть в одной точке, только где у нас голд будет? А чё Ховик замолчал? Ховик? Да я ищу. Ты где? Где Ховик? Смотри, он прошлый раз, жук, отъехал от точки на самом деле, где она была. Ховик рядом со мной ездит, неподалёку. Кто же летит, вы чё гоните? Походу Вадим нашёл. Я нашёл? Нет. Охереть. Ой, ну тут уже понятно, чей голд. Чей голд? Пацаны, чей голд? Оп! Пошли-ка вы в жопу. А то сейчас сольете меня еще. Так, в общем-то, ребята, вот у нас второй фрагментик. Сейчас мы перейдем к следующему. Счет пока у нас 1-1-0. Но мы переходим к следующей карточке. Ребята, все, мы прогрузились опять же на следующую карточку. И кто там, геймеры? Давай, просто мочи. Просто мочи, так сказать. И где у нас будет голдечочек, ребята, я пока, конечно, уже не знаю, но я надеюсь, что я ее хотя бы найду и увижу. Че, пацаны, нашли? Надо, короче, следить за вами. Ховик. Вот он, Ховик, по-любому уже чары нашел. Ховик, дай я к тебе подъеду. Я не вижу, блин. Ух ты, что? Я что-то подозреваю. Что ты подозреваешь? Ты меня хочешь стрельнуть, козел? А где геймер? А, вон геймер. А ты что там делаешь, друже? Я даже точки тупо не могу найти. Так, ладно, счет, ребята, у нас 1-2-0. И переходим к следующей каточке. Все, ребята, мы продолжаем. Прогрузились мы опять же на очередную карточку и ищем голдецочек. Голдецочек-то мы ищем. Да, Максус? Максус. Я пока тоже не могу найти. Притаился. А? Ховик притаился там. Ховик притаился, говоришь? Ховик — это еще такой жук, что он может найти точку и молчать. Бля, не вижу нихера. Ага, все понятно. Ховик, да, значит? Где Ховик? Козел Ховик, блять. Ховик, пидорюга с моноклем, я на твоей мини подорвался.
Да! Не, ну Максу здесь уже заслуженно отжал, потому что он прям ужался, прям зажался. Если бы не Ховика с Каминка, я бы так еще поборолся. Но я там уже не смог. Так, ребята, счет у нас 1-2-1. И переходим к следующей карте. Так, все, ребятушки, мы опять же прогрузились на очередную карточку. И здесь, в принципе, голды вообще просто изи. Да? Поцаки. Поцаки на моцках. Так, ну пока я вроде... я вижу. Я понял, ребят, где голд. Где голд у нас будет? На карте. Вы знаете, где он будет? It's Barrio, Barrio. Чё, пацанчики? Оп. Эроина. Оп-оп. Эроина. А где он? А, вот. Не трогайте. Дайте хотя бы увижу. Нет! Вот это изи просто отжим. Вот это, сука, я понимаю, изи отжим, блять. Стоят два барана, бодаются. Вот это я понимаю, Макс зарешал. Вот, ребят, счет у нас 1-2-2. Вот, и мы переходим к следующей каточке. Так, ну что ж, ребят, опять же мы прогрузились на карточку. Давай, геймер, сбрасывай. Красавелла. О, на центре, что ли, голд? Центр, да. Вот это я понимаю. Не стреляй. Ой, я тут случайно минку накакал. Ну ты шо делаешь, а, друже? Шо ж ты делаешь? Так, ладно. Едем, ребята, едем. Ну, Ховик там не опасный тут водил, потому что он на подъеме. It's a barrio, barrio, oh no, oh. It's a weekend, it's a barrio. Ховик, не смей там сзади подъезжать. Окей. Да, у меня просто, ребят, шикарный на самом деле английский. И если вы так же считаете, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Отошел. Да в смысле, сука ебаная? Ну я же днище полное. Какого хи... А кто меня? А ты еще Максус выстрелил меня. Ах ты пидорас, а. Я не понял, какого хера у меня так быстро хп закончилось. Ну вы черты сраные. Так, ладно, счет, ребята, у нас 2-2-2-2. Вот, ну а мы переходим к следующей каточке. Следующая карта, ребята, у нас, так сказать, уже прогрузилась. И давай, геймер, мочи. Нету. Да, на мостике нету. А в ямке, вот еще бывает здесь в ямке. Вот это тоже довольно-таки опасненько. Где был? Не знаю. Нож! Ну шо? Не, где голдец-то у нас? А, я понял. Отъедет. Всё. На мосту там. Нету на мосту. Да, вот тут, на серединке, почти что. Да. Ну тут сейчас. Алло. О, в смысле, это как так? Да, детка, да, сука, просто вытолкал в задницу Ховика. Как меня ваншотнули? У меня были фул ТП. Так, ладно, ребята, переходим к следующей карточке. Следующая, ребята, карточка у нас магистраль. Я уже сюда благополучно прогрузился. И сейчас... Ховик прогрузился? Да, Ховик тоже прогрузился. И сейчас ждем, пока у нас бросится золотой ящичек. Так, ну я знаю, что здесь просто 4 ящика падают у нас на мосту. Нету, сразу говорю. Нету? Нет, нереально. Бля, я буду вот тут вот стоять. Вот это печаленько. Вот это, ребята, просто печаленько. А где он будет-то? Эй, друже, вы где будете? Голдецочки, вы где будете? Голды. Где он будет-то? Уи, мой голдик. Да. Ах ты пидор, Ховик, сократил, сука. Ну, Максу мы тоже нехило слили. Так, счет, ребята, у нас 2-3-3. И переходим к следующей каточке. Следующая, ребята, каточка у нас это лагерь. Тоже довольно-таки жесткая карта. И давай, геймер. Просто мочи. Слушайте, где голод? Ну, здесь же так сложно найти карту. Ой, не карту, а голд. Mm-hmm. Да, пацаки? Да. Mm-hmm. А чё вы тут стоите, друже? Мы вообще не спонят. Здравствуйте. Можно с вами? Тут Ховик сейчас с флешем будет. Чё, летишь, что ли, уже? Нет.
Нихера. Только вот только слейте. Зачем сливать? Броня? Нафиг. Налево! Да как так? Ну это такой бред, сука, я же нормально полетел, пидорас Хови конченый. Так, ладно, получается счет у нас 3-4-2. И сейчас, ребята, последняя карта будет, и мне нужно по-любому этот гол зажать. Так что сейчас продолжим. Так, ребят, ну что ж, прогрузились мы на последнюю карточку. И давай, геймер, забрасывай нас голдейцочек. А, ну вот он-то прогрузился уже. Вот интересно, где тут-то гол будет? Интересненько. А где будет голдецочек? Да? Интересно мне знать. Шо? Не думай. Почему? Там где голд. В смысле там где голд? Ты уже голд нашел? Нет. А кто нашел? Сапотов сейчас падает где-то, там Вадим его подхватывает. Да нет. Максус отжал. Вот это просто печалька, беда. И что получается, счет у нас 3-3-4. И, кстати, в этой золотой дуэльчике у нас победил Ховик. Вот, ну, в общем-то, ладненько, ребята, вот такая у нас получилась эта дуэльчика. Вот, спасибо, соответственно, геймеру за голдичечки. Ну, а с вами был Вайдер, геймер и Ховик. Всем пока-пока. Всем пока. Don't hate the game, hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame, that you got no honeys, you got no names. Don't hate.